Долгожданный переезд. Сегодня билетные кассы автостанции официально переехали в здание железнодорожного вокзала. Теперь приобрести билеты на междугородние перевозки можно именно там. Репортаж с места событий прямо сейчас. Сегодня в здании ЖД вокзала многолюдно, ведь в нем появилось 8 новых автобусных касс. Столько помещений для продажи билетов на междугородние перевозки выиграла компания «Трансфер Групп» в конкурсе. Мы участвовали в тендере, который проводил Самарская дирекция железнодорожных вокзалов. Выиграли этот аукцион, заключили договор и наконец-то произошло долгожданное объединение. Мы шли к этому плодотворно, я считаю. Все это было спланировано с целью дальнейшего плодотворного сотрудничества нашего вокзального комплекса с автоперевозками. Приобрести билеты можно на первом этаже здания. Сегодня работать начали 3 окошка, остальные откроются позже. К смене прописки автовокзала челнинцы и его работники отнеслись положительно. Этого переезда многие ждали с нетерпением. Ведь в последние 2 года платформы и большая автостоянка у ЖД вокзала пустовали, в то время как рядом, на небольшой территории, теснились автобусы, а также пассажиры, которые ждали своего транспорта под открытым небом. Дождь идет, встать негде, вещи поставить негде. Бегаем, автобусы догоняем. А сейчас все конкретно всем понятно, где посадочный перрон, куда нужно подойти, не надо вот суетиться, бежать. В общем, все вернулось на круги своя, и мы этому очень рады. Для нас, как водителей автобусов, то, что широкая площадь, удобно делать посадку, пассажирам удобно на платформе находиться. Удобство создали, да, нормально стало. Не то, что там же, невозможно было автобус поставить, грязь была там. Когда там было, там неудобно было, потому что по народу автобус непонятно какой. Поэтому сейчас здесь удобно, как и раньше. В течение лета также планируется открытие дополнительных автобусных касс для удобства горожан и гостей города. Что касается помещения, где ранее продавали билеты на автобусы, то там по-прежнему будет работать гостиница. Кристина Маматова, Ленар Мустафин, Челны-24.